В этом зале на открытии Всероссийского межвузовского фестиваля технической молодежи «ВУЗПромФест» собрались талантливые студенты России. В этом году их цель – во время фестиваля спроектировать и создать устройства, которые улучшат работу сельского хозяйства. Проблема использования импортной техники для сельского хозяйства – одна из первых, над которой необходимо работать. Эксперты признаются, важно развивать сельское хозяйство с отечественными приборами, беспилотниками, роботами. Совместно с экспертами агропромышленности студенты инженерных, экономических и дизайнерских направлений попытаются решить эту проблему. Здесь своя выгода как для студентов, так и для организаторов. Вместе со студентами в команде работает один научный руководитель. Он же является и работодателем. Лучших берут на работу в престижные научные центры, а победители фестиваля получают крупные денежные призы. Проводили также конкурс еще на форуме, аналогично, который сегодня открылся здесь, в Казани. Было 540 претендентов, 50 из которых приехали на финальный тур. И 11 из них получили гранты от фонда поддержки по 2 миллиона рублей. Первый отборочный тур фестиваля пройдет 22 и 23 сентября. Диана Интимирова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.